В Шымкенте в частном доме произошел взрыв газа. В результате ЧП пострадали два человека. Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил техники безопасности. Взрыв произошел 7 января в микрорайоне Жулдыз. Взорвался баллон емкостью 50 литров. Взрыв привел к обрушению стены 30 квадратных метров. Общая площадь дома составляет 144 квадратных метров. Накануне вечером хозяин дома заправил баллон с нарушением техники безопасности, занес его в дом. Ночью, почувствовав запах газа, хозяин решил проверить. При этом по неосторожности был включен свет. По этой причине произошел газовоздушный хлопок, далее взрыв. В результате ЧП госпитализировали женщину 1985 года рождения. Она получила 23% ожогов, второй и третьей степени обеих рук, ног и лица. Также в больницу доставили девочку 2006 года рождения. У нее диагностировали ушиб грудной клетки. Врачи оценивают состояние как средней степени тяжести. На месте происшествия работали 13 спасателей. Они использовали 3 единицы спецтехники. 7 января... 7 часов 10 минут нахожусь по адресу Емикшинский район, микрорайон новостройки без номера. В общем, здесь произошел взрыв газового баллона. Вот, по несоблюдению техники безопасности произошел взрыв газового баллона.